никакой конкуренции между Ханты-Мансийском и Тюмень не будет. Будет прекраснейший блок соревнований. Ханты-Мансийский имеет огромнейший опыт проведения этапов Кубка мира. Биатлон дал большое развитие Ханты-Мансийскому городу. И вообще Ханты-Мансийский узнали по биатлону, я думаю, что... Ну, я понимаю, что нефть, газ, это все прекрасно. Вот. Посмотрите, как болеют болельщики в Ханты-Мансийске. Как болеет болельщик в Ханты-Мансийске. Ханты-Мансийский так никто не болеет. Они относятся абсолютно одинаково ко всем. А мы тоже научимся, мы вам обещаем. Болельщики в Тюмени научатся болеть, я думаю, что... У нас тоже великолепные... Ну, у нас, я говорю, уже здесь, на Жемчужине Сибири, в Тюмени прекрасно болеет. Но я вернусь к заданному вопросу или как к теме. То, что вот этот блок Ханты-Мансийск-Тюмень обсуждает тренер, обсуждает спортсмен, он будет очень прекрасный. Во-первых, это и часовой поезд, и переезд рядом здесь все, и размещение, питание, база находится, вернее, стадион практически готовый, один и второй готов к проведению такого уровня соревнований. И все в доступной, в шаговой доступности буквально. Размещение, стадион, трасса.